Специалиста по оптимизации должен искать автор канала или менеджер канала. Как понять, что специалист от менеджера действительно специалист? Вот очень хороший вопрос. Смотрите, лучше всего, лучший способ понять, что перед вами специалист, это, конечно же, прийти к нам на проверку. Поверьте, что я, что Анастасия, что Катерина, мы за 15 минут общения с человеком поймем, кто это – специалист, эксперт или дилетант. Просто потому, что рыбак рыбака видит издалека. Пообщавшись с человеком, мы можем понять и спросить те вопросы, о которых вы не догадаетесь. А ответы покажут, насколько он действительно специалист, насколько у него есть опыт и как он понимает ту или иную ситуацию. Мы просто скажем три ситуации, как бы он их разрулил. Если у человека есть опыт, он разрулит их очень быстро. Если опыта нет, то это все будет чисто на вашу интуицию. Поймите, что понять, специалист перед вами или нет, может только специалист. Например, если вы вызываете к себе сантехника, чтобы он сделал вам, не знаю, теплый пол из труб, то я бы позвал другого инженера или сантехника, который бы проверил, и желательно, чтобы они конфликтовали, чтобы они не были в связке, чтобы не было покрытия. Почему? Потому что если вам плохо проложат трубы в ванной или на кухне, то когда прорвет трубу и у вас квартиру затопит и ваши все соседи затопят, то вы тогда поймете, что сэкономили не там, где надо. Понимаете? То же самое с YouTube-специалистом, с оптимизатором, который может… вот сейчас есть тьма, горе оптимизаторов, которые делают каналы спустя рукава, потом покупают накрутку и объясняют клиенту, что «О, смотрите, у нас поперло там 2000 просмотров, 3000 просмотров». И ты смотришь, думаешь, нормально, вложенность там, вовлечение, откуда трафик идет там, да, потом они раз и канал в бан. А вы ничего не сможете сделать, потому что вы не сможете доказать. Когда канал заблокируют, вам YouTube не будет объяснять ничего. Вам просто будет написано, что за неоднократное нарушение принципов сообщества. И все. И вы ничего не добьетесь. Вам не будет объяснять, что типа вот в этом ролике у вас там было то-то, то-то там. Не будет ничего. То есть вы, если вы хотите нанять специалиста по оптимизации, то его должен искать не автор канала. То есть вы можете его искать. Его должен проверять специалист по оптимизации канала, которому вы действительно доверяете. Приходите к нам. Вот сами подумайте, что вам дешевле? 2-3 месяца экспериментировать с специалистом по YouTube, либо за 20 минут понять, насколько он специалист, придя с ним вместе к нам. У нас есть такая услуга, мы тестируем YouTube-менеджеров для компании. Все довольны, отзывы есть. Пора вам.